творческая студия позитивного мышления и актерского мастерства Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Представляю сказку для взрослых по мотивам книги Роберта Стоуна «Небесная 911». С вами я, специалист в области позитивной психологии, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. План действий для получения ключей от волшебного города. Первое. Выполните релаксацию. Настройте воображение. Мысленно распахните дверь, залитую ярким белым светом. Представьте, что вы проходите через эту дверь. Первое, что открывается вашему взору, прекрасный сад. В нем кусты роз. В полном цветении. Обратите внимание на многоцветие роз. Теперь подойдите к одному из розовых кустов и рассмотрите один из цветков. На лепестке в лучах солнца посверкивает водяная капелька после недавнего прошедшего ливня. Вы видите, как в этой дождевой капельке отражаются все цвета радуги. Вот и все. Только что вы получили ключ от волшебного города. В качестве вашего гида, но только в первый раз, я провожу вас к главным достопримечательностям города. Сначала во Вселенский банк. Мы приближаемся к его зданию с высоким куполом. Обратите внимание на впечатляющие колонны у входа. Мы поднимаемся по мраморной лестнице. И входим. Смотрите, внутри он похож на любой другой банк. Столы с бланками, кассиры за окошками, готовые вас обслужить. В этом банке не надо беспокоиться о балансе вашего счета. Счет постоянно пополняется. Все, что вы просите, вам должно быть действительно нужно. Здесь не принимают чеков жадности, но быстро реагируют на чеки потребности. Иногда здесь выплачивают наличными, иногда для вас материализуются в материальном мире, а иногда происходит что-то другое, удовлетворяющее вашу потребность, опять-таки в материальном мире. Давайте отсюда уйдем и посетим вон то здание неподалеку, перед которым раскинулся пруд с цветами лотоса. Это курорт вечной жизни. Теперь вы можете приходить сюда в любое время, зная, как это сделать. Уже одно только посещение холла с различными травами и цветами укрепляет ваше здоровье. Кажется, что пол, стены и потолок излучают свет. Это жизненная энергия. Стоит сесть в одну из ванн джакузи и сразу молодеешь. Справа гимнастические залы, слева массажные кабинеты. Если у вас серьезные проблемы со здоровьем, встаньте перед вон тем зеркалом. Приведите в порядок свое отражение в зеркале, тем самым способствуя приведению себя в порядок в реальном мире. Следующая остановка во Вселенском храме мудрости. Это здание с высоким шпилем и небольшими зубцами. Вашей
Душе всегда полезно остановиться перед входом в это здание и поблагодарить Создателя за все, что Он вам дал. При входе обратите внимание, на как все радужно переливается и какая царит торжественная тишина. Одна половина этого безграничного пространства справа от вас полностью отдана под лабораторию, оснащенную любым научным оборудованием, которое когда-либо было, и есть или будет. Владея ключом, вы можете им пользоваться, чтобы удовлетворить свои познавательные потребности. Слева расположены скамейки, медитируйте там, и ответы придут. В волшебном городе есть и другие впечатляющие здания. Позже, при желании, вы их посетите. Сейчас же, на обратном пути, оставьте свой ключ в одной из прекрасных роз. У двери мысленно повторите: «Мое сознание едино с мировым сознанием. Чем дальше я продвигаюсь вперед, тем мощнее во мне бурлит поток мировой жизненной энергии». Оставляя дверь открытой, выйдите через нее и завершите сеанс, открывая глаза и произнося аффирмацию: «Я пробудился». Как подключиться к творческой силе волшебного города? Когда у вас будет возможность чуть позже, сегодня или завтра, сядьте и созерцайте ваш волшебный город. Осознавайте, какая у вас теперь есть неограниченная поддержка, открывшаяся в незримом творческом царстве, которому символизирует волшебный город. Помните о неисчерпаемых ресурсах, дожидающихся ваших запросов во Вселенском банке. Вы не можете внести их в свою финансовую декларацию, но вольны к ним обращаться в случае необходимости. Вспомните о курорте вечной жизни. Возможно, в один прекрасный день члены вашей семьи тоже получат входные билеты. Такой gold ticket. Yes. Gold ticket. Вспомните и о всемогущей силе Вселенского храма мудрости. Она теперь ваша. С ней не сравнится ни один компьютер. Это 8 минут позитива со мной, с Татьяной Салмановной Мактум Саев.